пошел. Ветер, ветер, ветер. Да, по ветру его несет только так. Так, что-то я пытаюсь потерять. Ну и да, еле вытащил. Еле вытащил. Да, ветер. Что-то у меня сегодня аж мандраж начинается. Сердце в пятки уходит. Что-то он у меня сегодня ведет себя не совсем адекватно. Ну да, ветер. Из-за ветра проблемы. Но там я чуть не потерял. Взял себя в руки и вытащил. Так что все будет хорошо у меня. Надо все-таки, наверное, днище низ крыла сделать красным, иначе я его путаюсь. Я там только не понял, как я там летал, то ли вверх ногами, то ли вниз ногами. Снова теряю, блин. Чё я туда прусь? Слетай здесь близенько и низенько. Ух ты, чуть снова не потерялся.
Все-таки руль направления надо сделать больше расходы. Что-то он не сильно меня. Вот. А нет. Вот вправо что-то он не идет. Приплыли. Доигрался хер на скрипке. А крыло где? Где крыло? Не понял. Крыло выше. Вон завис. Крыло выше, корпус ниже. Хрен и как я там достать теперь. Поэтому тополю лезть. Итак, моего сегодняшнего полета. Ну это в принципе уже при падении с дерева. Все оторвалось. Но да, и винт накрылся. Ну а крыло висит сверху. До лучших времен, может ветром сдует. Но если ветром сдует, то его нахрен унесет отсюда. Может и нет. Так что вот такие-то сегодняшние полеты у меня.